Батман Тандюды Миплией Пурдебра. Для артистов балета это азбука, из которой слагаются танцевальные строки и пишутся сцены балета. Азы изучают в балетном классе сначала у станка, потом на середине. Открытый урок для всех желающих дали артисты Московского областного государственного театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева. Хорошо. Еще раз. Вперед. Шапе маленькое, дубе большой, субрисо, дуга. Так. Мы очень дружим с театром «Русский балет» под руководством Вячеслава Михайловича Гордеева. Он не просто талантливый хореограф, балетмейстер, профессор, народный артист СССР, но и почетный гражданин нашего города. А сегодня вот у нас такой мастер-класс, то есть это как бы методическое такое мероприятие. Идея проведения мастер-класса исходила от самих артистов русского балета. Театр «Русский балет» не впервые проводит мастер-класс для участников и руководителей хореографических коллективов Подмосковья. Артисты делятся методикой преподавания и наработками, которые используют на занятиях с детьми. Например, для вращения головы мы встаем ручки и вот так вот головку оставляем и быстро возвращаем. Вот это вот мы, конечно, в профессиональных театрах это не делаем. Но вообще для детей это очень важно, для того, чтобы вращаться. Например, те же 32 фуэте. Вот так вот сделаешь, вот так вот раз, и быстро возвращаешь. Да? Это очень важно для вращения. Например, сегодня я буду также сочетать не только, например, отдельно вращение, отдельно прыжки, отдельно адажио. Да. Я сегодня хотела показать, совместить вращение, например, с прыжком. То есть некая связка, да? Да, связки такие, да, потому что это очень важно. Владеть не только самим движением танца, а еще подходы очень важны и связки между движений основных. Но, как водится, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Тем более, когда демонстрируют мастерством профессиональные артисты балета. Очень важно смотреть на профессионалов. Все равно, как бы мы ни занимались, какие места мы ни занимали бы на разных конкурсах, все равно смотреть на профессионалов – это нужно, это важно, это прекрасно на самом деле. Вот я всегда говорю своим: ходите на балет. Мы занимаемся, у нас идут уроки, мы устали. Так, все на балет. Сходим на балет или соберемся автобусом, съездим в Москву. На следующих уроках все. На месяц дети заряжены. Артисты балета должны обладать хорошей растяжкой и выворотностью, иметь высокий подъем. Но самое главное – невероятное трудолюбие. Об этом в начале класса сказала педагог Светлана Устюжанинова. И продемонстрировали артисты русского балета. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко. Программа «События».